Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы на сайте CS Cases. На балансе у нас 2750 рублей. Ну что, надо хоть кейсики. Но сначала, ребята, пополнение. Можете ввести промокод. Точнее, можете, а вы должны ввести промокод. Вини. У вас баланса будет 50%. Это очень... Плохой такой писик. Теперь погнали кейсики. Так, давайте откроем Easy Drop один. Так. Так, и нам выпадает, я так понимаю, револьвер. Ничего себе. Плохо купает, я скажу. Так, пока оставить. Давайте пойдем дальше. Давайте откроем кейс ОМОН. Плохой такой дропчик. Давайте откроем. Сигл. Выпадает директива, не знаю, тоже купает у нас, в принципе, почти подадим его. Так, давайте затем кейс аниме откроем. Понимаю, тут какие ж цветные шматочки будут. Пася, откроем его тоже. По-моему, он у нас не окупает. Наверное, не окупает. Ну, пока оставим без рук, который выпадает. Так. Раскроем кейс Шакабаука. Нам вот эти вот такие вот перчаточки Шакабаука, конечно, будут бы неплохо. Глок карамельное яблоко. Не окупает. Тоже. Пускай пока будет на балу. Так. Давайте. Раскроем водобак АС. 100 рублей. Купим плохие вещи, по-моему. Так. Угу. Я думаю, нас покупают. Конечно, покупают. Плохо. Нравится такое. Так. Давайте откроем кейс Таноса. На самом деле, очень-очень много кейсов. А это называется кейс. Очень много интересных кейсов. Разнообразие очень большое, это мне нравится. Чешка тут так тихо-тихо покупает. Давайте так. Реальный кейс откроем. Откроем быстро. Это как... Фак. Мегиф, рыба, лев. В принципе, нас он выводит в ноль. И больше нет. Плохо. CSGO бомж откроем. Откроем два. Быстренько. Угу. Потом мы продадим. Потом мы оставим. Так. Откроем. Зрителей. Тут очень плохие вещи. Откроем зрителей. Может купить, в принципе. Ну, почти. Даже оставим. И давайте откроем какой-нибудь последний кейсик. И откроем Easy Drop. У нас укупил. Неплохо.
Откроем изи дроп и пойдем попробуем контрактики или апгрейдики поиграть. Ой-ой-ой. Остановись. Остановись. Отлично. 500 рублей. Шикарно. Шикарно. Это мне нравится. Так, давайте посмотрим, насколько мы навыбивали уже. Уже навыбивали на 1500. Уже. В нормальном плюсике, скажем так. Так, давайте начнем с апгрейдов. Давайте попробуем эту пушечку. Проапгрейдить. Давайте попробуем вот эту вот проградить. Ну вот. Вот такой вот. 45% шанс. Ну давайте попробуем. Отлично. Мы забираем. Так. Давайте попробуем еще. Этот же дигл. Проградить. Я в пушечку. Был. Поехали. Пожалуйста. Так, парочка постили. А теперь берем контракты. Акты пойдем. Пробуем вот это все дельца. Давайте из этого все. Контракт. Авик пока оставим. Авик мы увидим. Он подает на клик и Тамара. Надо идти в апгрейды, да? Апгрейды. Апгрейд. И я апгрейд. Вот так. Хотел. Такой вот дигл. Плохо. Это будет очень отлично. Шикарно. Я думаю. Шикарно. Я думаю, мы этот дигл выведем. Думаю. Еще очень много чего напало. Давайте это дигл сами увидим. Так, ребята, дигл я поставил на... В принципе, мы с вами очень неплохо купились, мы вывели дигл 600 рублей. У нас еще на балансе осталось. Продать 2200 будет. Ну, очень, очень плохо. Парни, всем спасибо за просмотр. Мы с вами сегодня очень неплохо окупились. Вывели дигл. Обязательно подписываемся, ставим лайки. Пополняем баланс промокодом Винни. X2 баланс. Спасибо. Пока.